Коллеги, потрясающая новость с Японии, с бриллиантовой конференции. Буквально на днях мы узнали, что компания Oriflame – это бренд номер один по продажам парфюмерии. Дальше смотрите, идет Джорджо Армани, Каролина Херрера, Кристиан Диор, Хьюго Босс. Ну и дальше по списку до 10 места. И посмотрите, с Хьюго Босс и ниже, да, идет снижение по продажам. Я считаю, что мы должны сами себе поаплодировать, да. А это сделали мы с вами, дорогие партнеры. Это сделала компания, которая сотрудничает с мировыми парфюмерами. Ну, это вообще потрясающая новость на самом деле. А я горжусь, что сотрудничаю с компанией номер один, с брендом номер один по парфюмерии. Это круто, я пользуюсь активно парфюмерией от компании. И поздравляю вас, коллеги, это отличная новость. Мы номер один.